Активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в третьем форуме-семинаре из серии образовательных мероприятий в муниципальных образованиях «НКО с нуля. От регистрации до получения грантов». Особое внимание здесь уделили взаимодействию НКО и власти. Кроме того, затронули юридические аспекты создания некоммерческих организаций, а также гранты и субсидии. Участникам рассказали об особом правовом поле деятельности и налогообложении некоммерческих организаций, а также о социальном партнерстве государственных и негосударственных НКО и работе со средствами массовой информации. Активисты «Единой России» поддержали мероприятие в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя».